Сотрудники госавтоинспекции Тверской области 29 августа на 179-м километре ФАД-М10 «Россия» остановили ВАЗ-21213 под управлением 32-летнего водителя с признаками опьянения. Мужчина повел себя неадекватно и вызывающе, а после того, как в отношении него начали составлять административный материал, начал нецензурно выражаться и звонить. Далее, Беслан, я предлагаю пройти свидетельство на месте. На каком основании? На основании запаха алкоголя изо рта. Вы меня тормознули? Смотрите, ознакомлю вас. Алло. Анализатор концентрации паров. Они ко мне, короче, вешают воздухе. Подписать что-то просят. А свидетельство, я вообще даже не ехал. Какую-то вообще шляпу мне городят. 103-61. Ничего не буду подписывать. На меня нечестно, я не знаю, кто это такой вообще, он мне даже ни удостоверения, ничего не показал. Я не знаю даже, кто это такой, что это за человек вообще. Он мне говорит, выйди на улицу и говорит, сейчас тебя говорит, прикинь, Ама, что он мне говорит? Я предлагаю протест. Он мне говорит, сейчас тебя вообще. Не надо никуда выходить. Скажи мне удостоверение, значок. Дверь закройте. Ты че, или что? Удостоверение, значок мне покажи. Смотри. Ты кто такой-то вообще? Ма, они меня заламывают, отбирают телефон и меня, ма! Ама! Отбирают телефон и меня! Чё орёшь? Ама! Успокойся. Все, на. Все. Вот все. Этот водитель неоднократно попадал в поле зрения госавтоинспекции. В 2014 году он, будучи нетрезвым, управлял автомобилем. У него нет водительского удостоверения, и по решению суда тогда ему было назначено 12 суток административного ареста. В 2020 году в отношении него составлен аналогичный материал и назначено 10 суток административного ареста. В июле 2020 года сотрудники госавтоинспекции составили в отношении него также 2 административных материала за управление автомобилем без специального права. Общая сумма штрафов 25 тысяч рублей. 29 августа 2020 года водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автоинспекторы составили в отношении него все необходимые административные материалы. Теперь водителю грозит уже уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В выходные дни с 28 по 30 августа на территории Тверской области было остановлено 64 водителя с признаками алкогольного опьянения. Из них в Твери было остановлено 18 водителей. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию и сообщайте о таких фактах по телефону полиции 02 102 или 112.